пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех своих коллег, выпускников, преподавателей с юбилеем сегодняшней датой. Особую благодарность и теплые слова нашим старшим товарищам хотелось бы выразить декану факультета Кирееву Борису Николаевичу. Высшую математику у нас Ганеев Филипп Юрьевич преподавал. Я, чтобы обид не было никаких, я хотел бы всех, весь преподавательский состав, всех студентов поздравить с сегодняшним праздником. Ну и, глядя на сегодняшнюю молодежь, я бы хотел сказать, умненькие ребятишки и девчонки есть, надо на них надеяться. А завтра, чтобы с ними жить, надо им, наверное, сегодня больше внимания уделять самостоятельной подготовке, потому что не всегда все решают большие дяденьки и тетеньки, их родители. Поэтому я думаю, что главное, чтобы была своя целеустремленность, желание добиваться результатов, ну и желание, большое желание любить нашу Родину. Я благодарен декану нашего факультета, тогда он первый был, долго проработал, это Борис Николаевич Киреев. Наши учителя все сейчас вот при прохождении курсов, недавно я прошел курсы, повстречал их, они повзрослели, мы тоже повзрослели до неузнаваемости. Было очень приятно общаться с ними. Вот в течение 35 лет продолжаю работать по данному направлению. Учитель технологии, значит, прошел переподготовку по физвоспитанию. В данное время я работаю и учителем физкультуры. Преподаю также в детско-юношеской спортшколе. Мои воспитанники по гиревому спорту, 15 человек чемпионы Республики Татарстан, одна чемпионка России по гиревому спорту и одна двукратная чемпионка мира. Я всех, кто присутствует сегодня на данном мероприятии, поздравляю с праздником всех преподавателей, ректора и всех гостей. Желаю всем удачи. Спасибо вам. Факультета Елабужского института Казанского федерального университета. Сегодня эта славная дата собрала всех на замечательный праздник. В зале присутствуют ветераны, преподаватели, выпускники и студенты факультета. И, конечно же, наши дорогие гости. Юбилейная дата – 40 лет. Разве это не событие? Ведь 40 лет – это определенный рубеж. Высокая
ступень, на которую нужно было подняться. 40 лет назад факультет был основан, чтобы превратиться в альма-матер для многих талантливых людей, настоящих профессионалов своего дела. Вам по праву есть чем гордиться. Юбилей факультета – это праздник не только для его сотрудников, студентов и выпускников, но также для всего института, который как одна семья движется к достижению своих целей. Дорогие друзья, вас приветствует и поздравляет заместитель директора Елабужского института Казанского федерального университета Анатолий Ильич Разживин. Инженерно-технологический факультет, он по возрасту четвертый в нашем институте. У нас есть 60-летние, это физико-математический факультет и филологический факультет. Недавно, буквально 2 недели назад, мы отметили 50-летие факультета иностранных языков. И ныне вот инженерно-технологический факультет уже отмечает свой замечательный юбилей. Факультет очень интересный и очень востребованный был и остается в самое разное время. Дело все в том, что технологического факультета, или техфака, как мы его раньше называли, была еще одна особая миссия, помимо того, что он готовил специалистов для системы образования. Этот факультет подготовил очень много руководителей, целую плеяду руководителей для нашей республики, для соседних регионов. Потому что большинство специалистов в 60-е и 70-е годы прошлого века были со средним специальным образованием. Они заканчивали техникумы. И наш факультет помогал получить им высшее образование. К студентам. Вы берегите преподавателей. Многие из вас потом вернутся в вуз, будете преподавать, будете
вы увидите, какая легкая профессия преподавателя. Я вам желаю всем простого человеческого счастья, здоровья, чтобы у вас дома было все в порядке, чтобы страна знала, что, значит, она должна вам создавать такие условия, чтобы результатом вашего труда были специалисты, которые были на расхват. Девушкам и мальчикам любви, значит, самая крепкая дружба начинается в институте. Счастья вам! Хочу поздравить всех сидящих здесь с этим славным юбилеем, пожелать всем больших творческих успехов, долгих лет жизни, большого семейного счастья. Будьте счастливы! С праздником вас! Мне хочется поздравить всех вас, всех нас, весь педагогический коллектив, преподавательский состав с нашим праздником. Пожелать благополучия, взаимопонимания, хороших студентов и творческих успехов. Спасибо вам. Я преклоняюсь перед вами и тех, кто уже с нами на сегодняшний день, и перед всеми нашими старожилами, нашими учителями. Большое спасибо вам. Мы чествуем лучших студентов факультета. Почетной грамотой инженерно-технологического факультета Елабужского института Казанского федерального университета награждаются Искандарова Гульнара, Кашфразы Файтуган, Клюкина Ксения, Свиньяков Владислав. Небо, мы все так и подойдем тебе.
филологический факультет.